Люверис используется для стимуляции яичников для роста и развития большего количества фолликулов у женщин в рамках программы ЭКО. Иными словами, стимулирует яичники к созданию и росту фолликул. Лекарство необходимо хранить при температуре не выше 25 градусов Цельсия, в упаковке, защищенном от света месте, не замораживать. Лечение препаратом проводится под контролем вашего врача-репродуктолога. Мы рекомендуем начинать стимуляцию примерно в 6-7 вечера, всегда в одно и то же время на второй или третий день менструального цикла. Стимуляция длится примерно 10-15 дней. Ее продолжительность очень индивидуальна в зависимости от реакции каждой пациентки. Подготовьте ампулу с порошком, ампулу с раствором, шприц для инъекции, розовую и коричневую иглу. С помощью розовой иглы наберите содержимое ампулы с раствором в шприц. Далее раствор из шприца введите в ампулу с порошком. Ампулу можно наклонять, но нельзя трясти. Содержимое ампулы наберите обратно в шприц. Удалите пузырек воздуха с помощью поршня шприца. Замените розовую иглу на коричневую. Розовую иглу необходимо выкинуть в специальный контейнер. Вводить лекарство рекомендуется в область около пупка, в нижней части живота, каждый раз чередуя сторону для укола. Протрите место для инъекции дезинфицирующим тампоном. Препарат используется для подкожного введения, поэтому его нужно вводить под углом 90 градусов непосредственно в кожную складку. Введите иглу в кожу, потяните поршень шприца на себя, убедитесь, что вы не попали в кровяной сосуд. Если в шприц попадет кровь, необходимо использовать новый препарат для инъекции. Если все в порядке, нажмите поршень шприца для введения лекарства. Использованный шприц и иглу необходимо выкинуть в специальный контейнер. Возможно, что у вас появятся побочные эффекты, такие как головная боль, усталость, прыщи или реакция вместе инъекции, такие как боль, покраснение, гематома или отек.